Здравствуйте, в эфире «События», в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Защитили мир. Самарские миротворцы вернулись на родину с международных учений. Родина зовет, но не всех. Чем чаще всего болеют призывники? С высоты птичьего полета. Уникальные кадры строительства стадиона «Самара-Арена». Мультики – это серьезно. Что покажут зрителям на фестивале «Другая анимация»? 600 военнослужащих, более 50 единиц военной техники, в том числе вертолеты. В нашем распоряжении оказались уникальные кадры учений под названием «Нерушимое братство», которые 5 дней шли в Армении. Участие в них приняли военнослужащие из 6 стран, которые входят в организацию договора о коллективной безопасности. Россия в их числе. На учениях отличились и самарские миротворцы. Павел Баймаков покажет, как это было. Секундное затишье, и начинается штурм. Миротворцы готовятся к высадке. По вводной, которую получили военные, в здании несколько до зубов вооруженных преступников и заложники. Только молниеносные и слаженные действия могут спасти человеческие жизни. Периметр здания уже оцеплен. Преступники пытаются отстреливаться. Их внимание отвлекают непрерывной стрельбой и светошумовыми гранатами. Маневр удался. Несколько секунд, и злоумышленники задержаны. Одного за другим их выводят из здания. Где-то неподалеку вновь стреляют. Между собой что-то не поделили две противоборствующие стороны. Применять оружие миротворцы не торопятся. Их задача – остановить конфликт и буквально своими телами разделить две разъяренные толпы. На данном участке мы отрабатываем вопрос разгона демонстрантов. В принципе, мы оружие применять как таковое не можем вообще. Если можем, то только в самых крайних случаях. Разделить конфликтующие стороны, ликвидировать незаконные вооруженные формирования миротворцам удалось. Учения прошли очень успешно. Была сделана очень большая работа. Все это не что иное, как целый комплекс мер, направленных на повышение эффективности совместной деятельности по обеспечению безопасности наших стран. В учениях приняли участие 600 военнослужащих Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России. В том числе и 15-я миротворческая бригада, базирующаяся в поселке Рощинский. Они уже вернулись на место постоянной дислокации. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Весь этот день наш корреспондент Павел Баймаков провел, изучая жизнь военных, в том числе и тех, кому только предстоит служить. Более 2000 жителей региона в этом году пойдут в армию. Осенняя кампания продлится до 31 декабря. О настроениях новобранцев наш следующий репортаж. Контрольная явка в военкомат – один из самых волнительных моментов для каждого призывника. Где и в каких войсках будут служить, уже знают более 1000 новобранцев из Самарской области. Предлагаю призвать на военную службу и предназначить части ВДВ. Понятно решение? Понятно решение. Этого дня Виталий Сидяков ждал несколько лет. В воздушно-десантных войсках он мечтал служить с детства. Все это время усердно готовился, занимался спортом. Теперь точно знает, на кого равняться и кем хочет стать в будущем. Начнет с десантуры. Это элита наших войск, потому что много побед принесли России. Вот, хочу быть похожим на них. Я потом хочу просто пойти в полицию, будет проще поступить. Пойду сержантом сначала, поступлю на заочный юридический факультет. Желающих отслужить, отмечают в военкомате, в Самарской области все больше, а число уклонистов, наоборот, сокращается. В военкомат не пришли пока 152 человека. Их розыском и выяснением причин неявки занимаются военные и полицейские. У них есть именные списки, составлены с военного комиссариата района муниципального образования. И они, эти товарищи, оповещают и вызывают на заседание комиссии. Особое внимание уделяют здоровью призывников. Оно, по словам докторов, оставляет желать лучшего. Среди наиболее частых заболеваний – плоскостопие, астма и плохое зрение. Специалисты говорят, следить за собой нужно с детства. Если молодой человек готовится, будем так говорить в кавычках, по всем критериям, то есть
следит за своим здоровьем, посещает занятия физкультурой, сам следит за своим здоровьем, меньше работает за компьютером, то, конечно, у него и зрение будет один, и нарушения осанки не будет. Работу призывной комиссии промышленного района проконтролировал главный федеральный инспектор по Самарской области. Сергей Чебан отметил, среди призывников все больше молодых людей с высшим образованием, по сути, каждый третий. Новшество этой кампании – строевой смотр срочников будут снимать на видео, а форму солдатам выдадут сразу. В свои воинские части молодые люди уже будут убывать в форме той воинской части, в которой они будут проходить. То есть одеваться призывники будут уже по родам войск. Осенняя призывная кампания началась 1 октября и продлится до 31 декабря. Срок службы в российской армии по-прежнему один год. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Свежее видео со стадиона «Самара-Арена» появилось в сети интернет. На кадрах, снятых самарским блогером с высоты птичьего полета, видно, что началось строительство трибун на всех секторах. Напомню, первый камень стадиона торжественно был заложен президентом России Владимиром Путиным в июле 2014 года. Арена будет представлять собой огромный купол высотой до 60 метров с вырезом в центре. Само футбольное поле будет расположено под открытым небом, а зрительские трибуны – под крышей. Фундамент сооружения уже практически готов. До конца года строители установят вертикальные элементы и начнут монтировать опоры для купола. Строительство стадиона будет закончено в декабре 2017 года. «Самара-Арена» примет 6 матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018. После Мундиаля он станет домашней ареной крыльев советов. Причем предполагается, что количество зрительских мест останется без изменений – 45 тысяч. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поддержал предложение губернатора Самарской области. Николай Меркушкин был единственным представителем региональной власти, который принял участие в заседании Федерального кабинета министров и выступил с докладом. Глава 63-го региона предложил определить Самарскую область в качестве пилотной для реализации проекта по производству специализированного оборудования для инвалидов. Губернатор подчеркнул, что в области накоплен большой опыт создания безбарьерной среды для инвалидов. За последние 3 года необходимым оборудованием обеспечены более 400 объектов. На эти цели был потрачен почти 1 000 000 000 рублей. К 2015 году планировалось приспособить для инвалидов 45% приоритетных для них объектов. Это социальные объекты, как правило, аптеки, больницы, магазины. К 2020 году 2/3 таких зданий должны стать доступными. Это важнейший показатель, которого обязаны достичь и федеральные, и региональные власти. Преодолеем к концу года 50% барьер по приоритетным направлениям доступности для инвалидов тех мест общественного пользования, которые предусматривались в программе. Люди этот вопрос очень активно ставят, и нам надо ее так или иначе решать. И будем заниматься этим. Горячие батареи уже во всех школах, детсадах, поликлиниках и больницах Самары. И в большинстве жилых домов. Отопительный сезон в городе стартовал неделю назад. Без отопления 8% жилья. Половина из них – это малоэтажки в Самарском районе. В основном в исторической части города, где старые трубы не выдержали напора горячей воды. Эти порывы сейчас спешно устраняют. Есть проблемы и в тех домах, где сотрудники управляющих компаний открыли не все вентили, и поэтому тепло пока не дошло до квартир. Но коммунальщики пообещали проверить буквально каждый подъезд. В целом же эксперты отмечают, в этом году тепло дают намного быстрее, чем в прошлом. Еще неделя, и будет 100% результат. В течение 2 дней, обещают в фонде капитального ремонта, отопление придет и в те дома, где сейчас завершают работы. Таких домов в области 27. По Самаре следует отметить ежедневные штабы, которые проводятся в администрации, позволяют нам оперативно отрабатывать вопрос с управляющими компаниями, с районами города. Сразу все 12 тысяч домов жилых примут тепло. Невозможно этого сделать. Чисто технически. До тех пор, пока каждый дом и каждая квартира не будет тепло, мы эти штабы не будем прекращать. Но самое парадоксальное, конечно, людям, когда мы говорим, называем проценты, им на сегодняшний день ни о чем не говорит, пока в каждой квартире не будет тепло и в каждом доме не будет. По
Порядка 1000 домов отремонтируют в области до конца года. В Самаре уже привели в порядок почти 300 зданий. На остальных ремонт продолжается. Насколько качественно выполняются работы, проверили на выездном совещании члены общественной палаты, а вместе с ними и Лариса Шалафаст. Теперь фасад как конфетка, рассказывают жители 283-го дома по улице Советской Армии. Летом здесь провели капитальный ремонт. В старой хрущевке заделали разрушенные швы, потом дом утеплили и покрасили. На все работы фонд капитального ремонта направил более 5 миллионов рублей. Раньше в квартирах всю зиму, даже с отоплением, было не больше 12 градусов. Теперь жители спокойны, будет тепло. Сделали с торта эту стену. То она была холодная, ледяная, и углы прямо черные были. Сейчас ничего, теплые. Привели в порядок и фасад 8-го дома по улице Осипенко. Но здесь жители остались довольны не всем. Люди планировали, что во время ремонта им обновят и старые балконы. Ветхие лоджии начинают обрушаться. Но балконное ограждение не входит в состав общего имущества дома. Поэтому деньги на эти работы фонд капитального ремонта выделить не имеет права. Разобраться с этой проблемой приехала комиссия областной общественной палаты. Эксперты говорят, чтобы такие казусы не возникали впредь, необходимо внести изменения в 491-е постановление правительства, где четко указано, что входит в понятие общего имущества дома. Если в это постановление будут внесены поправки и внесут, что ограждающие элементы, несущие конструкции вот этих балконов, они входят в состав общего имущества, тогда, естественно, соответственно, фонд будет заниматься работами и по их укреплению. Члены общественного совета уже выступили с инициативой подкорректировать постановление правительства. По итогам реализации федеральной программы в Самаре уже отремонтировали почти 300 домов. До конца года в областной столице приведут в порядок еще 177 зданий. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, события. Неожиданный хэппи-энд коммунального блокбастера. Почти неделю жители дома, что на улице Рыльская, жили без света. Причиной всех бед стал подземный кабель, питавший дом электричеством и вышедший из строя. Впрочем, светлое будущее, которого так долго ждали люди, все же настало. Павел Баймаков следил за тем, как развиваются события. Вот смотрите, у нас пустые морозилки. Пожалуйста, здесь продукты хранить негде. Домашних пельмешек здесь не предлагают. Не из вредности успокаивают хозяева. Фарш, который хранился в морозилке, теперь в мусорном ведре, как и множество других продуктов. Почти неделю назад в 36 квартирах пятиэтажки погас свет. Отключились все электроприборы. Стиральная машина, чайники, микроволновки. Да и вообще просто без света с маленькими детьми. Это как так? Только через 4 дня в доме появилось что-то вроде электричества. Вольтметр выдавал на экран максимум 170 вольт вместо положенных 220. Выяснилось, электричество подключили по временной схеме. Жители забросали жалобами свою управляющую компанию, но коммунальщики отмахнулись, заявив, что за это отвечают в Самарской дистанции электроснабжения, в структурном подразделении Куйбышевской железной дороги. Связавшись с железнодорожниками по телефону, мы выяснили, они уже вплотную занялись решением этой проблемы. Сначала установим две опоры, потом протянем СИП, подвесим все и подключимся с двух сторон на доме и в подстанции. Линия воздушная будет небольшая, где-то порядка 150 метров. Материалы все получены. Будем стараться сегодня установить. Вернее, даже не стараться, а сегодня установим. Свое обещание железнодорожники сдержали. В квартирах дома на Рыльской наконец появилось электричество, а значит и возможность смотреть этот сюжет. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. А сейчас коротко о других важных событиях, которые произошли к этому часу. Запуск самарской ракеты «Союз-2-1А» с космодрома «Восточный» будет осуществлен не ранее весны следующего года. Об этом заявили представители Роскосмоса. Президент Владимир Путин, находившийся на строящемся космодроме с инспекцией, предложил перенести первый пуск с декабря этого года на весну следующего. Датой первого старта, по словам главы государства, мог бы стать День космонавтики 12 апреля. Напомним, поезд с блоками ракеты-носителя отправился на космодром из Самары 6 сентября. Ракету привезли раньше, чем планировалось. Сейчас она размещена в монтажно-испытательном корпусе космодрома. Вокруг кольца на проспекте Кирова будет сделана дорога-дублер. Движение на нее планируют перевести к середине ноября. Это связано с начавшейся реконструкцией Московского шоссе. На пересечении с дорожным кольцом начнется строительство путепровода тоннельного типа. Закончить строительство развязки планируют до сентября 2017 года.
Должников могут лишать прав на управление машиной. Депутаты Госдумы доработали законопроект, наделяющий судебных приставов новыми рычагами воздействия на несознательных граждан. Теперь граждан, не платящих вовремя алименты и административные штрафы, суды могут временно лишать прав на управление не только машиной, но также яхтой и самолетом. Законопроект рассмотрят уже этой осенью. Тольяттинский завод «АвтоВАЗ» остановил сборку «Рено» и «Ниссан» на неопределенный срок. Причиной стал срыв поставки деталей. На заводе отметили, что предприятие полностью меняет свою стратегию работы с поставщиками и намерено жестко реагировать на повторение подобных ситуаций. 17-летний житель Самарской области получил судимость за сочувствие террористам. Приговор вынес Московский окружной военный суд. Почти год назад самарец опубликовал в социальной сети сообщение с призывами к осуществлению подрывной деятельности. Суд приговорил молодого человека к выплате штрафа в размере 40 тысяч рублей. Почти 400 кандидатов достойны народного признания, решили жители Самарской области. Лауреатами этой престижной губернской премии становятся лучшие из лучших в своих областях. В этом году в народном признании новая номинация «В начале было слово». Ее посвятили году литературы. Претендуют на нее люди, посвятившие свою жизнь всему, что связано с культурой, литературным творчеством, воспитанием и образованием. Популярна в этом году оказалась и категория «Единство и успех». Она предназначена для коллективов и организаций. В каждой из 7 номинаций общественным комиссиям предстоит выбрать не более 10 кандидатов, а далее свое мнение выскажут жители. Голосование пройдет с 4 по 17 ноября в интернете на сайте областного правительства. Кроме того, пункты с анкетами организуют во всех городах и районах. Награждение победителей состоится в Театре оперы и балета в конце декабря. И пока имена кандидатов держат в секрете. Все представленные кандидаты, да, они, безусловно, люди знаковые, добившиеся серьезных успехов в профессиональной деятельности, в общественной деятельности, люди узнаваемые, и, по крайней мере, в том городе или районе, где они проживают, многие из них для области, естественно, узнаваемые персоны. Награды нашли спортивных героев 63-го региона. 140 человек сегодня получили знаки отличия мастеров спорта России и международного класса. В прошлом году нормативы названия мастеров спорта выполнили всего 2 губернских атлета. Сейчас испытание прошел 21 спортсмен. Сборная Самарской области по итогам летней спартакиады заняла 7-е место в России и стала лучшей в Поволжье. По мнению специалистов, такой успех закономерен благодаря грамотной работе тренеров, высокой самоотдаче спортсменов и тому, что в области появляются новые дворцы спорта. Я проплыла такая, посмотрела на табло. Я даже не знала, что это мастер. Меня просто потом девочка встретила, такая, поздравляю. Это важно как раз для спортсменов. Именно поэтому мы стали это организовывать, чтобы не отдавать вот так бесславно, чтобы видели люди друг друга, чтобы знали, что мы помним о том, каким трудом, да, потом, болью подчас им достаются эти спортивные звания и награды. Задуматься о страшных цифрах предложили самарцам организаторы 3-дневного марафона в поддержку рождаемости. Согласно статистике, в 2014 году в нашей стране было сделано более 1 миллиона абортов. В Самаре в течение 3 дней проходит акция «Мама. Что такое день рождения?» С подробностями Юлия Черняева. Наталье 16 лет, и она попросила не показывать ее лица. В центр репродукции девушка пришла за консультацией по контрацепции. Юных пациенток врачи относят к группе риска, и именно поэтому к ним такое внимание. Областной центр планирования семьи выступил с инициативой на один день ввести мораторий на аборты. Этот день просто привлекает внимание всего населения, что это нежелательная операция, что желательно рожать. И есть какие-то ситуации, есть психолог, который может им помочь, выручить и посоветовать. Мы все время стараемся как-то привлечь население к вопросу здорового образа жизни, здоровья, сохранения репродуктивного здоровья. Тамара приехала в центр планирования семьи вместе с мужем. Ребенок для них первый и долгожданный. Девушкам хочу пожелать не думать о таких вещах. Все-таки это чудо такое. Мы против, категорически против абортов. Сегодня в областных медицинских учреждениях не провели ни одной процедуры прерывания беременности. 16 и 17 октября в Самаре продолжатся профилактические беседы с подростками, раздача бесплатной контрацепции и консультации специалистов. Решение действительно очень сложное. И вот это вот первоначальное решение прервать беременность, оно все-таки на эмоциях и от того, что страшно, неизвестно. А на самом деле выход есть всегда.
Очень важно, чтобы у человека была поддержка. Наверное, для этого и предлагают консультацию психолога перед прерыванием беременности. День отказа от автомобиля, день без курения, час без света. В этой жизни каждый делает свой собственный выбор. День без аборта в Самарской области проводится впервые. И здорово, если хотя бы несколько женщин передумают прерывать беременность. Тогда эту акцию уже можно будет назвать успешной. Юлия Черняева, Артем Сулайманов. События. Самарцам покажут другую анимацию. Фестиваль с одноименным названием открылся в кинотеатре «Художественный». В течение недели зрители смогут увидеть 5 мультфильмов. Это анимационные детективы, экранизированные сказки и мультфильмы, снятые на основе реальных событий. Лариса Шлафаст побывала на премьере. Вы в Сантьяго? Да, я паломник, иду в Сантьяго, вы правы. Тогда идем со мной. У нас в деревне паломников любят. Фестиваль «Другая анимация» открывает мультфильм «Апостол». Анимационный детектив в традициях загадочных историй Агаты Кристи, снят в 2007 году. В нем рассказана история беглых заключенных, которые ищут пропавший клад. Анимационный фильм уже признанный лауреат международных фестивалей во Франции, Португалии и Испании. Самарским зрителям он тоже пришелся по вкусу. Мультипликацию я люблю вообще с детства, а современную мультипликацию люблю еще больше, чем, наверное, любил в детстве. Она все-таки более философична. Фестиваль «Другая анимация» проходит в Самаре впервые. В программе 5 фильмов. Эти ленты рассчитаны на думающего зрителя, говорят организаторы. Кроме «Апостола», самарцы смогут увидеть «Персиполис», «Страх темноты», «Мэри» и «Макс». Работы интересные, и у как минимум пары мультфильмов, которые здесь мы будем показывать, они более-менее известные. У них есть своя плотная группа поклонников. Так что «Персиполис» и «Страхи темноты» прежде всего, да, потому что сейчас в моде комиксы. «Персиполис» — это экранизация комикс-романа, да, графического романа, а «Страхи темноты» — это такой интересный и, может быть, даже, можно даже сказать, уникальный проект, когда несколько знаменитых художников комиксов решили вот как бы проиллюстрировать понятие страха. Чтобы увидеть другую анимацию в Самаре, нужно поспешить. Фестиваль будет всего неделю. Марьяна Мирная, Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События. Внимание, телезрители! В сетке каналов оператора кабельного телевидения «Дом.ру» произошли изменения. Телеканал «Самара-ГИС» теперь вещает на частоте 543 МГц. Установите нужную частоту на вашем телевизоре вручную или проведите автоматическую перенастройку каналов. А на этом наш выпуск завершен. Всего доброго!